Слушай, а мне нравится вообще в хате у Романа. Я тут, правда, случайно мебель все повалил, пока ходил. Смотри, кафель такой классный, старый. Тут кастрюля, все. Полка мне нравится, по идее-то. Старый деревянный пол, это я вообще обожаю. Глянь-ка, что тут стоит. Тут, естественно, стоит бухлишка. Фотография некой дамы. Так, очень хорошо. Все очень уютно. Так, телек с антенной. Включить У, включить телевизор. Ну, давай включим. Ну, да, это же, то же самое. Мы это уже все видели. Так, что, куда он сел-то смотреть телевизор? А, в кресло. Это все супер. Так, здесь у нас... Здесь мы на кухне огляделись. Ну, что, маленькая хата, конечно, у Романа. Ну, кстати говоря, поймайте кайф, вот когда вы где-то гостите, да, вас ночевое приняли какие-то друзья, и тут они все, значит, удрапали на работу куда-то, да? А ты-то как гость, ты типа свободен, типа тебя общество не упрекает за то, что ты бездельничаешь, да, и ты остался у них в квартире. Вот ты встал утром и зашибись, ты обходишь все такое новое вообще. Вот, и, кстати, в Resident Evil 8 можно ящики открывать. И ты спокойно гуляешь по этой хате, спокойно, значит, разжигаешь телевизор, берешь себе что покушать, все, что там. Спокойно копаешься в холодильнике, в котором ты не хозяин. В общем, зашибись. Люблю это время проводить. Ладно. Квартира не запирается. Старый нью-йоркский подъезд. Слушайте, ребят. Да это песня просто. У меня душа поет. У меня просто душа поет. Ладно. Здесь надписи всякие. Это что такое? Бампер, что ли, валяется? Какая-то мешок с мусором. Это некое что-то. По-моему, это скорее... Это трубы или это электричество? По-моему, электричество. Давай потихоньку спустимся вниз. Так, а вот сюда, если зайти, мы сейчас все посмотрим. Здесь просто какой-то склад досок. Я, в принципе, думаю, что мы здесь можем... Немножко потренироваться в боксе. Какая-то тут надпись еще непонятная. Криминал. Криминал. Ну да, спокойно выходишь. Парковка рядом с вашим домом можно держать любые транспорты. Спасайте там машину, выйдите из нее, и она останется там. Ну хорошо. Это мне тоже нравится. Чтобы восстановить здоровье, перекусить в ресторанчике или киоске с хот-догами. А где у меня здоровье-то, кружок? Круг над, над радаром. Сейчас состояние вашего здоровья. Зеленый полукруг слева — это ваше здоровье. Когда вас ранят, цвет становится бледнее. Правый полукруг не успел почитать. Левый shift для рывка. Хорошо. Дальше что? Чтобы сесть в машину или выйти из нее, нажмите А. Это понятно. Так. Че, все, мышка зашевелилась. Ребят, шикарно. Это вот знаменитая нью-йоркская дорога. Собственно говоря, это нью-йоркское метро, дорогие друзья, вот на таких вот ногах железных. То есть выглядит это, представьте, сколько будет в Москве, если такое поставить, сколько будет возмущения. А по идее, это правильная транспортная мера. Не знаю, правильно, неправильно, но в Нью-Йорке это все, как говорится, принимают. Слушайте, я думаю, что это случайно вообще не Брайтон ли Бич, потому что аптека, видите, Брайтон Бич. Твою-то мать. Продукты из родных краев. Слушайте, эту игру как будто бы для нас сделали, а? Вы гляньте только, о чем пригибается? Подожди, а как ускориться-то? Что-то я не могу понять. А, вот с шифтом. Да-да, Брайтон Бич. Дай посмотрим, это я, наверное, нас на самом правом. Ну, конечно, да. То есть сюда мы еще попасть не можем. Ладно, хорошо. Значит, нам надо найти Романа. И это хорошо. Ну, давай сначала зайдем на пляж. Мы уж приехали хоть на океан, посмотрим.